северном Казахстане из-за метели снова объявлено штормовое предупреждение. За сутки в регионе зарегистрировано 9 снежных заносов. Для всех видов транспорта закрыто несколько дорог. Жители региона уже получают СМС-предупреждение. Тем не менее, водители рискуют и отправляются в путь. Заложниками стихии стали 126 человек. Спасателям пришлось эвакуировать с трасс 60 единиц техники. Пункт обогрева работает, но на данный момент они не были задействованы, потому что удалось все-таки обойтись без них. Есть момент, когда люди просто игнорируют наши штормовые предупреждения, выезжают, потом начинают звонить, жаловаться.